Всем привет, с вами Смайл, и мы продолжаем играть в Sonic на Олимпийских играх в Токио 2020. Продолжаем играть. В прошлой серии мы остановились на том, что поиграли в новые режимы. Надрали зад Эггману. Сейчас у нас карате. Карате. Давайте опробуем. Это карате. Шэдоу, ты чё? Ты обурел, пацанчик. Чё ты какой... Это сложный босс. Но это даже не босс. Оглушил. Оглушил его. Использую супер и финиш. С нами, кстати, да. Снова Соник. Победа! Первое место, ну это понятно, из двух-то. Какое мы могли еще получить? Правильно, никакое. И у нас уровень с Наклзом. Что же будет? Что случилось с этой улицей? Почему здесь повсюду столько Эгг-Певанов? Это проделки Эггмана. Эх, ну давай уже, пора навести порядок в районе. Погоди, Соник. Если надо что-нибудь сломать, настало время мне проявить себя. Наклз? Как ты здесь оказался? Только что прибыл, но путь был долог, и я не прочь поразмяться. Оставь их мне. Мини-игра с Наклзом у нас. Устрани их, используя Наклза, чтобы победить железные яйца и мотожуков за определенное количество попыток. Эгг-Певан они назвали железными яйцами? Окей. Ну, могли бы просто не переводить. Эгг-Певан бы поставил. Ну, это же Эгг-Певан, и какие железные яйца? А что надо... Погоди, просто... О, боже. Я даже изначально не понял, что надо было делать. Ну, это мотожуки, да. Мотобакс. В принципе, да, все верно. Ну, нах. Ну, неплохо. Прикольно придумали. А нужна ли эта способность вообще? Мне кажется, нет. Ну, чё-то странно. Странно? Очень даже. Очень странно. Но мы идем дальше. Легко. Молодец, Наклз. Да, кстати, ты сказал Игуша о камнях? Да, до меня доходили слухи. Что-то о том, как мерцают в ночи камни Рапонги. Звучит потрясающе, если это правда. Разве ты не спешишь куда-то, Соник? Да, совсем забыл. Спасибо за помощь, Наклз. Ну... Я не знаю, зачем это было нужно, но ладно. Разнообразие. Разнообразие миссий. И дополнительных миссий. Это хорошо, что они вообще есть. И теперь мы сражаемся с Наклзом. Он нам помог, а теперь мы против него деремся. Чё-то странно. Скалолазание. Я не люблю скалолазание здесь. Честное слово. За 26 секунд. Но, понятное дело. Ну, хотя бы первое место именно в сюжете. И это радует. Миссия с... Босс, Руш! Да, она меня убьет в скалолазании. Ну вот, ты нашел меня. Что тебе надо в моем городе? Если ты не прекратишь создавать неприятности, местные жители не смогут провести Олимпийские игры. Я уже освободил Рапонги, вернул свою медаль. Здесь мне осталось спасти лишь башню Токио. Что? Как ты посмел? Я даже еще не нашла этот камень. Я не оставлю тебя в покое, если ты, Соник, продолжишь мешать мне дальше. Я знал, что ты скажешь. Вперед, выбери состязание, чтобы мы могли разрешить наш спор. Это музыка. Мне хана, ребят.
Ты проиграл, Аруш. Пора оставить безумные поиски камня и заняться осмотром достопримечательностей или чем-нибудь еще. Никогда! Меня не остановить, по крайней мере, пока я не найду этот камень. Погоди, Руш, я раскрыл правду о камне, который ты ищешь. Эгмон, я гадал, куда же ты делся. Итак, тебя тоже интересует этот камень, верно? Наклз рассказал тебе, что камни Рапунги мерцают по ночам, верно? Нет никаких камней! Никаких камней? Не может быть! О чем ты говоришь? Наклз слышал фразу «Рапунги мерцают, как камни в ночи». Ему послышалось, что речь идет о настоящих камнях. О чем он и рассказал тебе? Ни за что! Да ты шутишь! Что же он за глупец? Дождись, пока я не найду его! Хе-хе, эти двое никогда не остановятся. Ну, я спас Рапунги, хотя бы это хорошо. Теперь их больше нет. Пора перейти к делу, Соник. Хочу показать тебе свое новое логово здесь, в Токио Эгмона. Это идеальное место, чтобы показать тебе, кто здесь босс. У тебя есть логово? Потрясающе. Мне всего лишь надо отобрать его у тебя и положить конец твоим планам. Не стоит так разговаривать с новым правителем Токио. Встретимся на станции Токио в Нихонбасе. Понял, Соник? Настало время финальной схватки, да? Ну погоди, я иду за тобой, Эгман. Финальной схватки. Ну да-да. Финальная схватка. Тут только третья зона очищена. А их семь. Их семь. Нихонбасе, так вот где обитает Эгмон, да? Вероятно, этот яйцеголовый старик готовит ловушку. Надо быть осторожнее. Станция Токио в той стороне. Я буду там раньше, чем ты узнаешь об этом, Эгмон. Настольный теннис. Какая у него база шикарная. И теперь у меня открыта Руш как персонаж. Надо ее потом прокачивать еще. Ладно, настольный теннис. Попробуем, что это такое. И как здесь играть. Против Тейлза. Ну, допустим. Угу. Ну, я нажимаю. А, надо нажать... Понятно. Когда красная моргает? Я не понял. Прыжки в воду с трамплина. Попробуем. Попробуем. Я не взял эту штуку красную. Так, как тут проходить? Как? Это нереально, алло! Или реально? Окей, ладно, это реально. Только я не знаю, сколько у меня прыжков. Вот в этом беда. Мне надо прокачанным персонажем ходить сюда. Я все собрал, кроме красного. Я проиграю сейчас. Сто пудов. О боже. Идеально. Ну так что, первое место или не первое? Первое место. Да. Так. Как-то вот так. Ну, только так вышло. Так, 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 так. Нет! Ладно, не собрал я красную. Но я не буду, да, на первом месте уже. Это явно. Давай, Соник. Молодец. Хотя бы что-то сделал. А тут два выбора было, типа. На левую пружину или на правую. Окей. Так. А как тут два этих собрать-то? Тут есть такой способ? Нет, давай! Крути, крути, крути! Хотя бы сколько-то забрал.
И что? Я первый снова! Отлично. Фехтование, следующая миссия. Ну, я думаю, на этом все. Но сказал Игорь нет. Нет, я скажу Игорь. Нет, нет, нет. Я думаю, пора закончить. Спасибо, кто смотрел. Спасибо, что поставили лайк. Если вы не видели других серий, почему-то сразу в третьем выпуске решили зайти поглядеть, то, естественно, есть плейлист на канале, где есть первый и второй выпуск этого прохождения. Короче, да. Всем спасибо, всем пока.